Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Я надеюсь, что мы правильно все поняли. Праздником нашим. Праздник. Сегодня праздник всем. Мы вас очень любим, помним, и для меня это один из самых таких светлых, забавных, важных, и в то же время, которым я вспоминаю с большой такой искренней теплотой и улыбкой, это встреча с вами, когда вы мне вручали орден. Уж я-то, который не люблю всех этих званий и орденов, вы знаете, я просто побежала как девочка, потому что я безумно хотела познакомиться с вами. А мне грустно или, ну, как-то скажем так, слишком просто, то я прошу, например, Максима Галкина поговорить именно голосом Ельцина. Говорю, ну-ка дай мне совет какой-нибудь или что-нибудь скажи. И вы знаете, ну, становится весело. Счастлива, что Михаил Прохоров абсолютно одинаково со мной мыслит. Я готова во всем его поддержать. Читая манифест, читая позиции, я запомнила там то, что абсолютно со мной вот одинаково дышит и говорит. Но если ты родился самым высоким, ты просто видишь дальше всех. Если ты родился самым высоким, ты просто видишь дальше всех. The success of democracy depends on public character and private virtue. I saw the image of a father who went to vote with his daughter. Rather than cast the vote himself, he gave the ballot to his daughter, and she placed it in the ballot box.
This small act of hope reveals one man's dream for his daughter, and he is not alone.